Так, здравствуйте, товарищи. Прошу встать. Спасибо, садитесь. Значит, задачи нашей сегодняшней лекции сводятся к двум. Во-первых, значит, дать вам контрольную работу самостоятельную. И второе, это, значит, рассмотреть новую тему, которая называется так: борьба за повышение уровня реального содержания заработной платы. Борьба за повышение уровня реального содержания заработной платы. Значит, что касается заданий. Значит, в прошлый раз мы немало потратили времени и подискутировали, например, о том, как посчитать стоимость рабочей силы. Да? И пришли к выводу, что это такой вопрос, который подлежит дальнейшему рассмотрению и изучению, и не лишним будут самостоятельные попытки попытаться это сделать, опираясь на то, что сделано ранее. Что сделано ранее? Ранее товарищи докеры, рабочие первого контейнерного терминала, зал первый контейнерный терминал морского порта Санкт-Петербурга. Нам придется, наверное, закрыть, если будет такой шум. Значит, попробуйте закрыть. В 2007 году в связи с переговорами, которые велись по коллективному договору, значит, представили такой расчет, из которого было ясно, что вот нормальной зарплатой является вот такая-то и такая. Значит, поскольку этот расчет был впервые, значит, к нему можно относиться достаточно критически, в том плане, что, значит, они не рассмотрели, не учли, там налог 13% подоходный. Потом предпосылкой было то, что работает один работник, но для докеров это вполне понятно, они по 12 часов работают. И поскольку они по 12 часов работают, работает один член семьи, потому что с детьми кто-то должен оставаться. Вот. Но это не всеобщая предпосылка, правильно? Это не годится, там, скажем, для любых работников. Кроме того, они исходили из тех цен и тарифов, которые есть в Санкт-Петербурге. Но вообще говоря, были попытки потом уже другого рода. Скажем, в городе Балашиха, под Нижним Новгородом, есть бумажный комбинат большой. И вот работники этого комбината посчитали, но там совершенно другие цены на жилье. И, конечно, совершенно другие цифры. Потому что эти цифры ведь, они являются денежным выражением стоимости рабочей силы. Но денежное выражение зависит от цен и тарифов. Значит, когда плывут цены и тарифы, или вверх, или вниз, соответственно, меняется и результат этих расчетов. Кроме того, представим себе, что бесплатными станут, как это было в свое время, и вот как говорится, мне повезло тогда это получить, когда медицина была бесплатная, жилье бесплатное и образование бесплатное. Вот сегодня в расходах семей и это составляет примерно 56% расходов. То есть мы, скажем, возьмем 56% от этого расчета изымем, это, скажем, получилась бы такая зарплата с учетом общественных фондов потребления. Поскольку общественные фонды потребления исчезли как таковые или минимизированы, поэтому, естественно, приходится считаться с тем, что есть на самом деле. Но мы в прошлый раз договорились о чем? Что я вам сегодня выдаю тот расчет, который сделал, это уже третий расчет, который сделал докеры, потому что второй расчет был сделан в 2011 году, тоже во время коллективных переговоров. И этот расчет учитывал уже цены нового периода и некоторые новые обстоятельства, и уточнял кое-что. И, наконец, этим летом мне пришлось участвовать в переговорах по коллективному договору в ЗАО «Первый контейнерный терминал». Мне выдали пропуск по ходатайству профсоюзного комитета, потому что ЗАО «Первый контейнерный терминал» – это граница, и так просто туда без соответствующих служб не пройдешь, в том числе без ФСБ. И вот я поучаствовал в этих переговорах. Там было освобождено от работы 8 рабочих. Вот эти 8 рабочих, кроме того, что они участвовали в переговорах, они провели еще и работу по уточнению этого расчета и по сверке с теми данными, которые сейчас есть. И это не значит, что они все охватили и что нельзя на это критически смотреть. Поэтому мы решили таким образом. Я сегодня вам дам результаты этого расчета. Вот я для ваших старших товарищей, для магистров, сделал методичку.
который называется «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов». Этот курс я читаю с 19 часов каждый понедельник после вас. Перерыв, и в 19 часов я читаю для второго курса магистров. И вот в этой методичке есть программа этого курса, которую, как говорится, можете вы пролистать и пока забыть. Те, кто будут магистрами, те к этому вернутся. А вторая часть – это вот тот самый расчет, который был проделан летом. Я этим докерам пообещал, что я найду способ где-нибудь опубликовать. И я такой способ нашел. Вот я вот в этой работе, которая издана именно летом, в конце августа, этот расчет опубликовал, указал там, кто участвовал в этом, в этих расчетах. Что, значит, мы сейчас проделаем? Я каждому выдам по такой книжечке. А вы в течение недельного срока, как вы бодро сказали в прошлый раз, я бы на вашем месте уже сказал, ну, это очень мало времени, но вы сказали, что мы молодые, нам это все нипочем. Вот. Это у вас такие масштабы, что вы растягиваете, а нам надо вперед идти, мы должны быстрее вас развиваться. Я согласен с такой постановкой вопроса. Значит, вы в течение недели проводите, так сказать, анализ и сверху расчетов. То есть, что вы можете сделать? Все расчеты уточнить. То есть, берете карандаш, и на месте одних цифр можете ставить другие, если вы сможете их обосновать. Тут как бы в этой работе две части. Это вот вторая часть книжки, а в ней тоже две части. Собственно, расчет. И, а почему вы взяли такие цифры? Откуда? Там они говорят, откуда они, из какой страховой компании, из какого магазина. А может быть, в другом магазине другие цены или как? Вот, насколько это представительно? Может быть, это не представительно. То есть вы делаете расчет, или вы, допустим, посчитаете, что это можно без этого обойтись. Допустим, там запланировано, что поскольку трое детей, то, значит, три свадьбы будет. Некоторые могут сказать, что, а может, они по четыре раза женятся, так что каждый. Значит, праздничных тогда будет три свадьбы, а дальше уже как-нибудь, так сказать, без особенного понта. Короче говоря, ну а свадьбы, как вы понимаете, тоже требуют каких-то расходов. И из воздуха эти деньги ниоткуда не берутся. Но, грубо говоря, вот этот весь расчет – это сведение концов с концами. Я помню, когда я был мальчишкой, так сказать, и жили мы в одной комнате вчетвером. И вот, когда мы ложились спать, так сказать, мы засыпали, дети, а родители все обсуждали, где и как вот свести концы с концами. Каждый день, ну, что же делать, как вот выжить и так далее. Вот у меня отец работал рабочим на заводе «Судомех», это сейчас Адмиралтейский завод, тут Красная улица. Вот. А мать учительница была математики. И вот, так сказать, вот это сведение концов с концами – это то, что вам нужно сделать. Вот, вдобавок, с учетом того, что вы пока еще не пугливы, пока еще вы не работаете, и вас это не страшит, потому что некоторые товарищи, которые уже работают и понимают, что вот больших денег не получишь в современной России сейчас, если ты не жулик. Потому что я знаю, как получить большие деньги. Иногда спрашивают, почему, если вы такой умный, почему вы такой бедный? Потому что я не жулик. Потому что как обмануть людей, я знаю. Но это не значит, что если я знаю, как обмануть, я должен сам обманывать. Так вот, вы должны прикинуть, это, в общем-то, вся ваша жизнь, как она видится сегодня. Потому что вот это все затраты, которые... Если мы тут что-то не учли, надо вставить. А если мы что-то внесли лишнее, надо выбросить. То есть не считайте это необходимым. Зачем это вносить? Дескать, этого не надо. Не надо, вычеркиваем. Вот вы вычеркиваете, исправляете цифры, как вы считаете нужным, делаете новые ссылки, потому что каждая цифра связана с обоснованием, которое есть дальше. Почему именно такая стоимость, а не другая. Вот вы это все исправляете, и итоговый результат даете мы. В следующий раз вы доложите мы эти итоговые результаты и обсудим. Так, значит, что я попрошу? Каждый здесь присутствующий на одной странице напишет отчет о проделанной работе. То есть это у вас останется для вас на память. А мне вы сдаете страницу. Все знают, чем надпись от подписи отличается. А? Вот, человек знает. Это редкость большая, потому что я в прошлом году замучился с третьекурсником. Я говорю, поставьте подпись. Он пишет сверху. Я говорю, это там надпись. Подпись поставьте. А говорит, а где подпись? Я говорю, ну подпись подставится, а над ставится надпись над. И так далее. А вот тут же, говорит, написано. А если я сейчас напишу, вот вашу фамилию возьму и на компьютере наберу. Могу? Можете. Могу.
Но это не значит, что это ваша подпись. Это, может быть, я просто от вашего имени хочу что-то кому-то послать. А вам это не надо. Поэтому вы... Мы же конфликтологи. Конфликтологи должны документировать все. Мало ли что там по телефону скажут. Одному моему товарищу в период вот этих переворота в 91 году позвонили и сказали, что я вот следователь такой-то прокуратуры по телефону. А он говорит, а я Иоанн, Папа Римский, Иоанн Павел II. И тут больше не звонил. Ну, если у вас есть какие-то права, так вы пошлите эту соответствующую повестку и так далее. Мало ли чего вы мне позвоните и скажете, что я вот... Ну, вот что можно сказать? Да что, что угодно можно сказать. Да. Я даже могу вас научить, как юрист, что, во-первых, телефонную трубку нет закона, что надо ее снимать, брать. Нет такого закона. Во-вторых, дайте на минуточку ваш телефон, я ничего с ним не делаю плохого. Вот вы мне звоните, а я абсолютно, я знаю, но вы-то, если позвоните, я-то отвечу. А вот есть люди, которые звонят с какой-нибудь ерундой или полуумные. И вот у меня разные были варианты. Вот мы сидели в Смольной в газете, там звонили, говорят, вас надо уничтожить. А я всегда брал трубку, сюда себе, а вас еще не повесили? Ну, скоро повесят. 2-3 раза он перестал. Ну, есть и более простой, мне докеры объяснили. Вот вам звонят. Алло! Нет, что еще? Он сейчас говорит. Алло! Не слышу! Все. Если еще раз позвонит, второй раз позвонит, если. Алло! Не слышу! А, не слышу! Нет проблем. Ну, разные бывают формы. Это в пределах закона. В пределах закона. Нет, это. Ну вот, а теперь выдаем. Значит, вы мне даете один листочек. Простите, а можно... Результат? А? У меня девушка на сегодня к врачу пошла, она просила взять. Наверное, мы начнем с тех, кто присутствует. Посмотрим по итогу. Так. Так. Спасибо. Значит, там будет величина, краткая, так сказать, что вы сделали, кратко, что вы проделали. И, так сказать, и цифру, на которой вы остановились, что вот стоимость рабочей силы на сегодняшний день, на такое-то октября 2014 года составляет вот столько рублей. Остается только выдать вам эту зарплату, как только вы закончите и пойдете на работу. Мало насчитаете, мало будете получать. Так. А? Что за новая шкала? Вот я действительно новую шкалу оценок знаю, мы в свое время делали хозяйственный договор, имели с НПО «Электрон». Там была очень интересная шкала оценок. 10 оценок. Но не вот таких вот, которые просто пятерки превращают в какую-нибудь в другую букву, да и все. Тут никакой идеи нет, мысли нет. А там были мысли, значит, превосходно, самая высокая оценка, потом идет отлично. Ниже идет очень хорошо, потом идет хорошо. После хорошо идет весьма удовлетворительно. После весьма удовлетворительно идет удовлетворительно. После удовлетворительно идет неудовлетворительно. После неудовлетворительно идет плохо, и в конце стоит очень плохо. И вот вы таким образом можете всегда оценить сами свою деятельность. Или оценить деятельность других людей. Мы так вот сделали систему оценок в Выборгском районе предприятий. И предприятия с удовольствием разбирались, как вот они с точки зрения мирового уровня производства, где они находятся. Потому что превосходно, если они превосходят мировой уровень. А отлично, если на мировом. Ну, если немножко ниже мирового, но близко. Ну, это очень хорошо, но уже не отлично. Правильно? Ну, и так далее. То есть, ну, если уже в царской России работаете, это уже очень плохо. Так, вот этим, с этим все понятно. Так что это ваша творческая задача, творческая работа. Вы знаете, что программа нашего курса это предполагает, ваши самостоятельные работы. Она нам позволяет проводить при необходимости и семинары, то есть мы можем и лекции рассматривать как, так сказать, некое смешанное занятие. Когда-то я только говорю, когда у нас есть возможность обсудить, и нужно обсудить что-то, и есть у вас и вопросы, которые нужно рассмотреть, то вы их ставите, мы их рассматриваем. Без ограничений. Потому что у нас практическая задача. У нас не в том задача, чтобы вы выслушали, что я сказал, и записали. А в том, чтобы разобрались в том вопросе, который у нас стоит сейчас на рассмотрении.
Так вот, борьба за повышение уровня реального содержания заработной платы. Вот эту формулировку прошу записать или запомнить. Почему? Потому что эта формулировка стоит в Трудовом кодексе Российской Федерации. Значит, поскольку в вопросе о социальных трудовых конфликтах нам придется руководствоваться нормами права, а нормы права содержатся вот в Трудовом кодексе раз, в законе о профсоюзах два, то, соответственно, так сказать, важно брать те формулировки, которые есть в этих законодательных актах, и понимать их смысл. Что значит повышение уровня реального содержания заработной платы? Вот, скажем, в этом году вы знаете, что у нас идет, есть инфляция, да? Сколько процентов? 6,5. Ну вот сейчас прогнозы еще есть, год не закончился, да? Ну вот, скажем, закончится год, к примеру, с инфляцией 5%. Что это означает? Это означает, что в течение года у всех, кто получает какие-либо доходы, и потом их тратит на потребление, изъято 5% этих доходов. Это значит, что реальное содержание ваших доходов, зарплаты или стипендии, соответственно, на 5% сократилось. То есть наличие инфляции означает постоянное понижение жизненного уровня тех, кто имеет какие-либо денежные средства, даже не работников. Даже если вот я имею в виду вора, который своровал, у него все равно инфляция это съедает все. Вообще, надо сказать, что инфляция – это не новое явление. И оно всегда кем-то организовывается, это явление. Например, после революции встала задача не только социалистическая, которая была в России, встала задача не только экспроприации крупного капитала, но и экспроприации крупных денежных средств. Значит, возможно такое решение. Мы с вами с винтовками вооружаемся и приходим и говорим, что лучше всего вам бы отдать то, что у вас есть. Ну, тут начинается. У него оказался пистолет, вот, или нож, или дубина, и вот конфликты. А зачем эти конфликты? Есть другие формы решения этой задачи. Включается печатный станок, и получается такая инфляция, что он выходит со своим миллионом и может купить один спичечный коробок. И все на этом. И столько этих было денег, что даже их и не разрезали, прямо с мотками ходили. В каком-то смысле это повторилось где-то в 90-х годах, в период, когда правительство Гайдара было. Вот мы, например, получали преподаватели. Пришли летом отпускные получать. Мне дали 2 миллиона. Ну, естественно, к концу августа эти все миллионы закончились, поскольку, так сказать, продукты исчислялись десятками, цены десятками и сотнями тысяч, поэтому это, в общем, ничего не означало, кроме того, что, так сказать, все, что все сбережения, которые у людей были, допустим, у человека было 6 тысяч рублей на сберкнижке, на 6 тысяч рублей можно было купить автомобиль «Волгу». А к концу вот этого периода гиперинфляции можно было купить килограмм колбасы и на этом успокоиться. Но это были такие крупные скачки. А я сейчас говорю о том, что не является крупным скачком, а является достижением государственного монополистического капитализма. Почему достижением? Достижением в кавычках, потому что не всем от этого хорошо. Но есть люди, которые от этого выигрывают. Есть люди, которые от этого проигрывают. Тот, кто думает, что инфляция – это повышение цен на все товары, тот глубоко ошибается. Инфляция – это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Никто не был никогда в шлюзе. Я как-то вот ездил по Волге, и вот вы заезжаете в шлюз, и вот начинает вода там прибывать, вот корабль поднимается. А если что-то привязано, допустим, какой-нибудь буёк, привязан, так сказать, на конечный размер цепи или там каната, он так постепенно скрывается под водой. А ты все выше, выше, выше поднимаешься, потом открываются новые ворота, и ты поехал дальше. То есть это не повышение цен на все товары, а на все товары, кроме одного –
товара рабочая сила. И предложил это известный экономист, английский лорд Джон Мейнард Кейнс, основатель кейнсианства. Теория у него в целом прогрессивная, потому что он, признал, что при капитализме могут быть и даже не могут не быть кризисы. Второе, он предложил меры, как вот незанятые производственные мощности соединить с безработными и уменьшить и безработицу, и незанятые производственные мощности. Вот если, говорит, вы их соедините, что вы для этого сделаете? Ну, заставить этих работников, допустим, закапывать какие-нибудь кувшины с деньгами, а потом раскапывать их. Или вот вы можете сейчас выйти, и вместо машин, которые закатывают асфальт, увидите, когда люди вручную эти кирпичики берут и деревянными молоточками стучат по городу. Сколько ж нужно людей, тогда, когда могла машина пройти, это все залить и все. Ну, вот есть люди, они, значит, получают зарплату, эту зарплату несут в магазины, и пошел процесс, который позитивно скажется на экономике. Потому что от того, что вы соедините пустующие средства производства, пустующие мощности производственные и незадействованных работников, только плюс будет для экономики. Правильно? Даже если вы будете проводить средства уничтожения. Поэтому военное производство, военная промышленность, локальные конфликты, постоянные, так сказать, бомбежки и так далее – это как бы потребность современного монополистического капитализма для того, чтобы можно было вот соединять эти мощности с безработными и тем самым. А если то, что это уничтожается, говорят, вот они такие расходы понесли на операции в Ираке. А если бы не было этих расходов, ну, не производилась бы эта продукция. Было бы больше безработных, больше конфликтов внутренних и незанятые производственные мощности старели бы. Поэтому, когда вот так начинают плакать, жалеть, так сказать, тех, кто вот они, как они потратились? Да никак они не потратились. Они свои снаряды выстрелили в Ираке, там, в Ливии и так далее. А у нас, как вы видите, старые хранятся снаряды, никто их не использует для убиения людей. Они, значит, время от времени взрываются, и люди погибают, так сказать, те, которые охраняли эти снаряды. То есть это вот то, что не лежит на поверхности. Он предложил такие меры, как вот когда у вас падение, значит, надо понижать норму процента, чего никак не может гражданка Набиуллина выучить и наш министр финансов Силуанов новый. Но если у вас сейчас не хватает, так сказать, денег для развития производства, значит, надо взять в кредит. Я иду к вам, и вы говорите, 8%, но только не у меня, вот я сейчас дам ей, она наварится, и 11% минимум я получу. Нет, я лучше пойду к ней, если она в Америке, и она мне даст под 1.5%. Маша, дашь под 1.5%? Не в Америке. Не в Америке? Тогда я к вам пойду, в Европу. Под 2.5. Ну, у нее под 2.5-3, тут уже дадите мне кредит. И я, а что я туда пойду? Это я уже понял, с ними каши не сваришь. То есть то, что было Кейнсу понятно, те люди, которые считаются экономистами, к сожалению, и сидят на высоких постах, делают прямо противоположное тому, что надо. Вот сказал бы, сейчас у нас замедление темпов роста. Что бы предложил Кейнс? Срочно понизить ставку процента. Вот, скажем, в Исландии была 0%, вот когда был кризис. Сделайте 0%. То есть государство дает 0%, но даже если сохранить всю эту структуру банков, которые есть, ну они получили бы свои там 5%. Ну под 5% бы получила промышленность. Нет, 11% по-прежнему. Хотя можно и допустить превращение вот этой двухуровневой системы банковской в одну, в одноуровневую, когда все банки превращаются в отделение одного государственного банка. При этом, если у вас цел, миллиард там лежал, он будет лежать. Какая разница, как называется это учреждение, чей-то банк или отделение банка. Скажем, собственные средства этих банкиров невелики. Они сами в долгу, как в шелку, потому что они остальное куда-нибудь уже отправили в другие места, запрятали в офшорах. И вы видите, что их все время закрывают в связи с жульничеством, которое имеется в банковской сфере. И, строго говоря, это вообще не банки у нас. Потому что банк, и это строгое экономическое определение, это такая организация по обслуживанию производства, которая аккумулирует временно свободные средства в хозяйственном обороте и направляет туда, где есть временный недостаток, за среднюю норму прибыли. А средняя норма прибыли, ну, 10%. Ну, не 15 же, не 17, не 18, не 22. Поэтому вот
Здесь мы видим прямо противоположное тому, что надо сделать. То есть тормоз развития нашего производства – это вот Центробанк, Министерство финансов, которых не понимает, что надо сделать прямо противоположное. Ну ведь то они кричат, мы будем делать, как во всех цивилизованных странах. Ну сделайте 1.5%. И никто не пойдет в американский банк просить. А у нас вот правительство помогло в кризис 2009 года деньгами, крупнейшим банком. Они через 2 недели все оказались в Соединенных Штатах Америки, потому что там отдали те долги, которые брали там. Вот и все. Вот и весь результат этой всей операции. Это надо все иметь в виду, когда мы вот эту проблему инфляции берем, значит, все наши имеющие доходы граждане находятся на эскалаторе, который едет вниз. Профсоюзы организовывают трудящихся для борьбы за то, чтобы они пробирались наверх. Таких профсоюзов, которые, так сказать, организовывают так, чтобы быстрее двигаются, чем... Вы бежали по эскалатору, который двигается вниз? Не пытались? А попробуйте. Знаете, как сложно? Вот бежать по эскалатору, который вниз-то хорошо. А вы попробуйте обратно. Он идет вниз, а вы вверх бежите. Можно, конечно, люди такие, сказать. Вот я думаю, что все здесь присутствующие в состоянии, так сказать, забраться и на самый верх. Но это, в общем, потребует известно. Не способны, да? Ну, я вообще думал, ну, я не знаю. Может, надо тренироваться? Тренироваться надо больше. Короче говоря, нынешние профсоюзы, к сожалению, в большинстве своем, а это вот мы сейчас дошли, добрались с вами до конфликта. Они все время конфликтуют по зарплате. И что они требуют? Вот что требуют нынешние профсоюзы, как правило? Индексировать зарплату. Это что такое индексировать? Не знаете? Индексация. Да, примерно так. То есть, а что значит соответственно инфляции? Вот, скажем, в этом году у меня отобрали 5%, я требую, чтобы меня снова вернули. А как вас вернут? Это они же эту сумму, то, что в течение года сняли, никто не возвращает. То есть, чтобы у вас зарплата снова встала на уровень прошлого декабря. Вот потребуется с 1 января, чтобы зарплата была на уровне прошлого декабря. То есть, чтобы никогда жизнь ваша никогда не улучшилась ни на сколько. И тогда график вот этого вашего жизненного уровня будет так вот сказать, что он все время снижается, потом раз, когда какое-нибудь повышение, он подскакивает, потом опять снижается, потом опять какое-нибудь повышение, неважно, или сами, ну, есть, представители государства это делают, каким-то образом заставляют делать работодателя, или в связи с, там, с повышением минимальной оплаты труда и так далее. Во всяком случае, этот график называется так, это кусочная непрерывная функция, убывающая в каждой точке. Вот график нашей реальной зарплаты, реальной. Поэтому надо различать повышение зарплаты и повышение уровня реального содержания зарплаты. А реальное содержание, сколько вы сможете купить? Вот мне сказали, что у вас стипендия там 1300? 1405 рублей. Сколько? 1405 рублей. На 5%. С ума сойти. На 5% инфляция. Да. Вот. Чтобы, не дай бог, они не стали, чтобы у вас реальное содержание не выросло, чтобы оставить, по крайней мере, самое главное, чтобы не перекормить студентов. Не перекормить. Поэтому надо вот только-только, вот на этом уровне. И вот что происходит при индексации? При индексации восстановление, а реальное содержание зарплаты – это то, что вы можете купить на эти деньги. То есть надо смотреть, не сколько вы бумажек получили. Ну, давайте я сейчас вот все цены разделю на 10 и все зарплаты на 10. Что будет? Вот я получаю 40 тысяч рублей, так сказать, все совсем, месяц. Ну, пусть я буду получать 4 тысячи рублей, и цены все в 10 раз меньше. И что? Какая разница? Никакой. А можно на 100? Тогда я буду получать не 4 тысячи, а 400 рублей. Это уже как-то ближе. 400 рублей. А сколько вы будете получать? В минусе. Ага. Вот, знаете, что получать? 12.50? Вот. 12.50. Можно еще. Что от этого? Это пересчет. Это изменение масштаба цен и денежных единиц. От этого ничего не зависит. И вот пенсионеры наших отбелянов скажут, так это что же я 60 рублей получаю? Они возьмут и с клюшками пойдут. И помните, как они потребовали у них отнять
бесплатный проезд. 10 тысяч человек собралось у нас на перекрестке Восстания и Невского. Почти так, когда вот говорят, там, на площади Восстания там было, Восстание. И тут такое же, Восстание пенсионеров. Тут все перепугались, думают, надо срочно что-то делать. И теперь нам дают карточки, поскольку я тоже в этой же категории. Нам дают карточку, подходишь. Вот я сегодня заплатил 400 рублей. И я еду, сколько вам дают? $725, а мне за 4. Вот я сегодня только что вот продлил на 4. Поскольку жалко, если я умру, а если вы, значит, умрете, вроде как и не жалко. Потому что вы все равно с такой стипендией не проживете. А что надо тратиться на карточку? То есть, что происходит? Вот я хочу, чтобы мы все с вами поняли, что нужно не смотреть только на поверхность явлений, а проникать через эту поверхность и более глубоко смотреть. А что за этим стоит? Что можно получить на эту сумму? И вот в этом смысле есть инфляция, так сказать, официальная, когда вы возьмете, с учетом того, что вот вы знаете, сейчас подешевели острова. И вы, кстати, на недвижимость в Болгарию смотрели цены? Пока еще нет. Не смотрели, посмотрите. И у нас раз-раз-раз инфляция меньше. А на сметану, правда, и морковку, картошку, хлеб побольше стало. Или даже цену вроде как бы не повышает, просто вот бутылка 900 грамм. Или сахар 900 грамм пачка. А что это она вдруг 900? Ну, что вам легче нести было, но за ту же цену. Но цену-то сохранили. То есть это изменение цены, но такое вот скрытное. Или какое-нибудь барахло туда напихай. Например, как известно, так называемое пальмовое масло плавится при температуре 39 градусов. То есть если у вас температура 39, вам этот продукт полезен. Вот. А если у вас температура не 39, а 36,6, он в вашем организме не усваивается вообще. Но зато можно заменить какао-масло, масло сливочное и половине молокосодержащих так называемых продуктов молоко заменено на кокосовое масло. И если вы сейчас пойдете, и вот там, что продают внизу, начнете читать внимательно. Вот я, например, читаю, и все, кто вот меня слушает, все эти очень не любят, когда это читают, потому что все портит хорошее впечатление. Как начнешь читать, из чего это состоит, уже не хочется и есть. Тут-то-то-то-то-то. Хотя я в свое время, когда началась эта вот гонка за объемом реализации прибыли и рентабельности, в 1965 году, по постановлению сентябрьского пленума, и некоторые думают, что это вот только сейчас началось, а так было все светло и хорошо. Так вот, с 65 года начиная, началось следующее, скажем, селедку. Ее солят, 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 солят. Зачем ее солят? Вот если вы на 1000 тонн селедки добавите еще тонну соли. Сколько будет тонн селедки? 1001. Деньги прямо льют в карман. Или, говорят, такая была статья в «Правде», в чем соль? И думаете, это фигурально выражается? Нет, говорит, вот это реально. Вы думаете, вот сыр рассольный там, который, знаете, вот так в рассоле подают. Вы думаете, что он такой смертельно соленый? А по той же самой причине. Вы добавили больше соли, и стало больше сыра. А вы ничего больше не добавляли. Больше сыра, больше денег. Или вы спрашиваете, а почему вот такие сладкие торты? Прямо ты умрешь, да чего сладкие. Прямо везде сахар, сахар, сахар. Потом они говорят, что такое диабета так много? Как? Ну, во всех сыпет сахар. Потому что насыпали больше сахару, и ничего, какой хлопот не надо. Ты со сметаной этой возиться, там, с маслом сливочным. Перебьетесь. Вот вам это, и вот результат. То есть это, так сказать, скрытая инфляция. То есть на самом деле вам не дают этот продукт, вам дают другой, низкого качества, по большей цене. То есть по той цене, который был вот этот, натуральный продукт. Так вот тогда я читал, будучи еще аспирантом, в журнале «Плановое хозяйство» статью товарища, который рассказывал, из чего состоит колбаса. Мясо есть? Есть, тогда было. Жир? Жирком тоже. Неплохо же. Крахмал? Ну уж не знаю, на любителя. Костная мука. Представляете, такие вот большие маслы? Если их размолоть в муку и в колбасу добавлять, и до бесконечности, они не вредные для организма. Не просто не ну, кости не переварятся, же понимаете, да? Поэтому, но она мелко перемолота, добавлена в колбасу, скажем, половина этой колбасы может быть костная мука. А вы это как бы не заметите, просто невкусная колбаса. Не костная не ешьте.
Найдутся те, кто съест. Дальше идет нитрит, нитрат, поташ. И дальше, когда я дочитал до казеината натрия, что-то у меня такого желания сейчас это есть, колбасу не было. Сейчас просто об этом не говорят, из чего состоит еще. Там еще и больше. Хотя сейчас вроде должны писать. Я уже не говорю о том, что если написано сгущенка, а не сгущенное молоко, это точно там нет молока, даже и звука нет, и рядом не стояло. Это растительные жиры, или как они, спред. Растительные жиры, в которые добавлена что? Вода. Потому что химия шагнула с того времени вперед. Значит, если раньше, вот скажем, что делали в магазинах в мрачные годы? Культа личности и тоталитаризма, как сейчас говорят. Но вот есть хорошая сметана, они туда раз, водички, и уже сметаны больше. И вроде никакой инфляции нет, и цены никто не повышает. А на самом деле продукт тоже не тот. И, так сказать, сахар, ничего не надо туда наливать. Просто рядом с мешком сахара поставьте ведро воды на ночь. Сахар будет тяжелее. И насыпайте, все будет хорошо. Ну, немножко так влажноватый, но это не страшно, подсохнет у вас дома. Деньги тоже заплачены. А вот проблема была с растительным маслом. Наливаешь в воду, а он предатель, этот самый продукт, он все это всплывает наверх. Вот начинает мешать, все равно всплывает. Так придумали же. Большие молекулы. Делается так. Две молекулы воды и одна молекула жира растительного образуют большую молекулу. Но чтобы она эту молекулу удержалась, нужен эмульгатор. Слышали такое понятие? Эмульгатор. Вещь хорошая. Без нее шоколад не сделаешь. Вещь сама вообще хорошая. И вот появилось так называемое мягкое масло. То есть из воды и масла, масло растительного сделали мягкое масло, там, как оно теперь называется, рама, там, стекла, как еще, какие названия. Вот эти все так называем. Это вообще формула маргарина. Это просто маргарин, это некая твердая фракция, сделанная из воды и жидкой фракции. С помощью эмульгатора. Ну, продавали это вот в начале перестройки по цене масла. Даже еще лучше, говорит, это вот мы дрянное, это масло на запад, на экспорт, вологодское, а вам вот настоящее хорошее. Смотрите, в каких хороших упаковочках. И вы не будете толстеть. Никогда. А как от воды же не толстеешь. Вот это все мы наблюдаем. И уж если, скажем, это сливки сгущенные, там вообще молока тоже нет. Понятное дело. То есть если бы я был бы товаропроизводителем, я бы тоже так делал, наверное. Потому что зачем? Если покупать, пусть покупают. А если не умеют разбираться, читать не хотят, пусть они за это вот отвечают. Правильно? Читать надо. Поэтому понятие инфляции интересное. И вообще сама эта задача, эта революционная, которую думают профсоюзы, ставит индексация, она пустая и вредная. Потому что если люди поставили себе задачи вернуться на тот уровень, на котором они были год назад, и даже не потребовав сколько они вот вернуть назад то, что с них сняли за этот год, то они никак не пробегаются вперед. То есть время идет, прибыли нарастают, доходы увеличиваются, а у работников все остается в лучшем случае, если есть индексация. Теперь есть такая статья Трудового кодекса, очень хорошая. 134-я, там написано повышение уровня, нет, не так. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. Написано очень хорошо. Обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. То есть, если вы требуете, чтобы повысили и обеспечили повышение уровня реального содержания заработной платы, ваши требования не только справедливы, но и законны. Но вы же знаете особенности российского права. Строгость российских законов умеряется необязательностью их исполнения. И вот она наука-то, юридическая. Строгость российских законов умеряется необязательностью их исполнения. Никаких мер ответственности в самом Трудовом кодексе нет вообще ни одной статьи, ни в одной статье. Там, где говорят, обязаны, должны и так далее. Вот вы обязаны учиться, на отлично. И что? Ничего. Могу сказать. Все. Это все. Можете не сдавать ничего. Все равно вы обязаны.
самой статье не только ничего не говорится, как это сделать, обеспечить это повышение, а говорится такая простая вещь, что это вот повышение уровня реального содержания зарплаты включает вся индексацию. Некоторые на этом основании думают, что это означает, что если индексировать, то будет повышение уровня реального содержания заработной платы. Вот если я вам скажу, что в вашу эту стипендию 1405, да? 1200 входит? А 1000 входит? А 900? А 50? То есть в этой статье, которую открывают люди, я им говорю, вы читали эту статью? Да, там ничего не написано. Как не написано? Вы заголовок видели? В заголовке написано, заголовок относится к статье? Разъясняю, как профессор по кафедре экономики и права, что голова ваша относится к телу непосредственно. И ничем она не хуже тела, поэтому если есть заголовки, то это вот говорит о том, что ваши требования о повышении уровня реального содержания заработной платы, об обеспечении его. А кто обеспечить должен? Ну, тот, кто нанимает вас на работу. Это не вы же должны обеспечить, а вам же платят зарплату, так вы пусть обеспечивают. Из этого что следует? Из этого следует, что как этого добиться, как этого получить. Если вы заглянете, казалось бы, такой прямой такой ход, заглянуть в кодекс об административных правонарушениях. Вас нет в трудовом кодексе, ну в уголовном само собой нет ничего на эту тему. Если вам никто ничего не повышает, а все ниже, 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 ну и это ваше дело, с работодателем решайте вопрос. К нам не ходите. Вот если ко мне придете, а я адвокат, юрист, и спросите, а имею ли я право, я скажу, имеете, имеете. Вы опять спрашиваете, я вам не даю даже ответить, спросить, а имею ли я право, говорю, да имеете, имеете. А вы опять, а имею ли я право, да имеете, имеете. А могу? Нет, не можете. То есть, то, что я имею право, и то, обеспечено ли это право, это две большие разницы. Так вот, если вы откроете Кодекс об административных правонарушениях, последнее наше прибежище, где мы можем найти, какие там есть штрафы. За нарушение этой статьи никаких штрафов нет. А, скажем, за уклонение от процедуры коллективного трудового спора есть. Как вы думаете, сколько штрафов? Вот я работодатель, там расписано и такое, и такое, и такое. Мы будем это изучать. И вот я вот уклонился от этого. Сидел с вами, потом взял и ушел. И что? А ничего. 5000 рублей. Но как вы эти можете получить 5000 рублей? Вы должны подать на меня в суд. Хорошо. Подавайте. Потом вы неправильно напишете, вам вернут, оставят без движения, потом и так далее. Короче говоря, это длительная процедура. И, наконец, вы выиграли. Ну, конечно, у меня, в принципе, 5000 я бы мог бы вынуть и положить. Но это я не буду делать, идите. А какая дальше процедура? Какие ваши действия? Вот вы выиграли меня в суде. Изыскание, обращение в правоохранительные органы. Какое? Ну, хорошо. Что вы получите в суде? Вы что, 5000 получите в суде? Что вы получите в суде? Никакой невозможности не получите. Вы решение суда получите с печатью. И что? И показывать мне будете? Приходите, показывать. Я говорю, да, а что вы мне показываете? Я сам получил. И мне же тоже пришлют. Но я получил. Вы спрашиваете, буду ли я вам платить? Спросите меня, буду я вам платить 5000? Буду. А вы выиграете у меня, и вам буду. Она выиграла, а вы еще со мной не судились. Вам не буду. Потому что она твердость привела, смелость, ей буду. А когда буду, не скажу. И ваши действия? Ну, я пойду в милицию. Ну, вы даете в милицию, и вы отсюда пойдете в милицию. Это вообще с какого-то высокого уровня куда-то с горы ушли в болото. Вот даете в милицию. У нас и милиции-то нет давно уже. У нас полиционеры. Да что вы будете делать? Как 5000-то собираетесь получить? Опять в суд и вас скажет, мы два раза один и тот же вопрос не рассматриваем. Вас выгонят с треском, Маша. Вам скажут, что вы еще из университета ни таких вещей не знаете. Ай-яй-яй. Фу. Как прокурор? Прокурор скажет, вы выиграли? Чего сюда пришли? Если вы это вот, вам трудно было бы выиграть, мы могли у вас поддержать обвинение. Ну вы выиграли, что, идите отсюда. Тогда мы вам чего будем строить? А это терроризм, будете ответить и в уголовном порядке. А о том, о чем договаривались, не подписываются, разве чего? Период оплаты и суммы, и санкции за неуплату? Какие санкции? Если вы не платите.
называется. Но вы даже не знаете, какие санкции к вам надо применять. Вы не знаете, что делать дальше. Нет, обычно... Что вы говорите, кто милиция, кто прокуратура? Мешаете людям работать. Обычно конституция. Вы разберитесь, кто занимается исполнением решения суда. Кто? Кто занимается исполнением решения суда? Вы сами будете с топорами ходить, как Маша предлагает? У нас бы есть такие конторы бандитские. Они говорят так, вот приходите с решением суда, вот с меня должны взять 5 тысяч. Вот собирается у вас там 5 человек, лучше парней. Ну, а женщины могут глаза выкалывать тоже нормально, можно взять несколько человек. С паяльниками, с утюгами, которые подключают, чтобы нагревать и гладить. И выполняет решение суда. То есть приходит, и человек с удовольствием все выполняет. Но когда к ним приходят, говорят, надо вот от того забрать деньги. Не-не-не, говорит, мы этим только занимаемся выполнением решений суда. И я не слышал случаев, чтобы их привлекли к ответственности, этих людей. Ну, как бы они добровольные помощники выполнения решений. Но это все, понимаете, за рамками закона. А в рамках закона кто будет заниматься исполнением решения суда? Вы сами? Ну, сами вы ко мне придете и спросите, будет? Спросили меня уже? Буду? Спросите, буду я платить деньги? Знаешь, что не будете? Нет, неправильно. Я вам скажу, буду. Платите мне деньги. Буду. Немедленно. Немедленно? Подумаю. И ваши действия-то какие? Ну что такое безоружное? Как-то надо себя защищать от этих негодяев. Рассказать, что делать надо. Идете в суд. Так вы уже предлагаете. Вы не зачем идете? Вы хотели второй раз людей загружать. Идете в суд к судье. Дайте, пожалуйста, исполнительный лист. Маша, ну то-то надо знать, что просить. Конечно, судья даже спрашивается, если встречаться с вами не будет, выйдет помощница и скажет, через неделю приходите, вам дадим исполнительный. Кто не придет к нему, тому и не даст. Вы пришли? Значит, все блага носят в современной России заявительный характер. Заявили – получили. Не заявили – не получили. Вы получили... исполнительный лист, один экземпляр, один, на нем там номер стоит исполнительного листа. И вот надо сразу копию снять, потому что он скоро вам придется его отдать. А куда вы понесете его? Кто знает? Куда, куда? Ну что, во-первых, у меня секретарша, и будьте моей секретаршей. Вот это, если будет приходить, объясните ему, что я занят, звоню с Москвой, разговариваю. Ну это все правоохранительное, это абстракция. Какие правоохранительные? Полиция. Надо. Объясняю. Надо идти в службу судебных приставов. Вы в центральном районе? Вот идете от Московского вокзала, пройдете до дома 48, потом войдете там во двор, потом второй двор, и там в глубине двора такой домик. И там они чуть ли не друг у друга на голове сидят, еще в судах еще более-менее просторно. А там они все в бумагах. Если вы заходите с ними разговаривать, чтобы вас посадить, надо снять 3 коробки бумаг. Из чего сразу следует, что вы не первые и не последние принесли заявление. И что не факт, что вот именно ваше заявление будут и исполнять. Потому что на всех не напасешься. Все силы ограничены. Значит, мне пришлось участвовать в создании профсоюза судебных приставов исполнителей. Я вам хочу сказать, что у них работы намного больше, чем времени, которое у них есть для исполнения в соответствии с законом решений судов. Поэтому у них гарантия, что именно ваша, скажем, тут люди с 40 миллионами приходят, а вы тут мешаетесь с 5 тысячами. Как на вас посмотрят, так вы думаете, да пошли они тогда с этими 5 тысячами. Короче говоря, приходите вы туда. Куда вы придете? К кому? Прям так вот в любой кабинет, что ли, пойдете? Или к кому? Ну вот мы же с вами кто такие? Конфликтологи практически, нам надо это все знать. Вы к кому пойдете? Начальству надо идти. К начальству, к старшему судебному приставу принести свой вот это. И вот старший судебный пристав вам даст бумажечку. Вы заполните. Прошу принять. Исполнительный лист, номер такой-то к исполнительному производству. А он скажет, придете ко мне через неделю, не ко мне за 5 тысячами, а к нему за вашими 5 тысячами, то есть моими, которые у меня уже мои, я их вот точно уже вам не отдам. Вот вы придете и напишите, и он вам скажет, кто будет, какой судебный пристав будет исполнять это решение. А как он будет исполнять? Вот
вы судебный пристав. Там женщин много работает, больше, чем мужчин. Вот будете исполнять. И вы мне напишите письмецо. Ну, конечно, если вы к ней не будете захаживать, она забудет про это ваши 5 тысяч. Но раз вы приходите, чтобы как-то у вас сказать, ну что, вот сколько времени, уже месяц, второй пошел, а это 5 тысяч-то где? Вот вы пишете мне письмо: уважаемый Михаил Васильевич, в соответствии с исполнительным листом таким-то, а судебные решения они даже не берут. И это их не интересует. Они отделены от судов сейчас. Если раньше суд включал в себя исполнение, сейчас суд означает, я бумагу написал, все, и дальше. Служба судебных приставов, она до верха, до Москвы идет, и там они исполняют правильное решение, неправильное решение, это их не касается, исполнить. И вот вы пишете мне письмо, согласен ли вы, Михаил Васильевич, отдать вот это в соответствии с решением 5000 рублей. Получаю я это письмо. Письмо вы шлете мне заказным, чтобы я не выкинул в помойку. Чтобы можно у вас квитанция останется, что вы мне прислали. Я читаю и пишу вам: уважаемая, как-то-то-то-то-то, согласен, добровольно, согласен, отсылаю вам. А вам? Ничего не отсылаю. Проходит еще недели 2-3, опять вы приходите куда? Куда мне-то бесполезно ходить, сидите туда. Говорит, так а что, она второе пишет мне письмо. Уважаемый Михаил Васильевич, согласны ли вы добровольно выполнить решение, это исполнительный лист исполнить? А я пишу: согласен. А вы ничего не получаете. А мы с ней вот активно ведем переписку. И вот, наконец, она на меня уже обозлилась, да еще вы все время к ней наезжаете на нее. Она мне пишет: я налагаю на вас штраф, сколько? 1000 рублей. Получил я эту бумагу и подаю на судебного пристава в суд. Да, администрирование. Имею право подать в суд? На должностное лицо, вот на нее, на вас. С вами уже судили, вы выиграли. Я признал решение, вот я с ней теперь буду судиться. А у нее этих исполнительных листов вот такая голова. А у меня есть юрист, вы будете моим юристом. Хорошую плачу зарплату, ну, 50 тысяч в месяц. Ваша задача – ходить и доказывать, что я хороший, а вот эта женщина. Просто, ну, я-то только доброе про нее могу сказать. А вы юрист. Ваше дело, так сказать, все это мягко так, ну, правильно все доложить. И, а вот этот вот судебный пристав-исполнитель, она вообще занимается администрированием, нарушила нормы такие-то и такие-то, такие-то. Сами найдете, какие она нормы нарушила. Ну, в крайнем случае, суд, если не выиграем мы, то получится, что не нарушила. То есть мы ничего тут не проигрываем. Важно, что она не получает денег, а мы, значит, потому что после этого суда, если мы проиграем, куда подадим? Это какой суд? Это суд будет арбитражный в судебном приставе исполнителя. Это у нас был суд гражданский. Арбитражный. Потом 13-й апелляционный суд. Вот арбитражный у нас на Суворовском, с левой стороны, когда выезжаешь к Смольному, а справа на уголочке там 13-й арбитражный апелляционный суд. Если мы там проиграем, мы подадим в северо-западный на Якубовича. Ну, хорошо. И пусть она походит. Ну, я-то ходить не буду. Вот он будет ходить, но ему за 50 тысяч можно исходить в суд, а вы за 5 тысяч будете ходить долго-долго. И так далее. И вот все вот эти наказания, это уж из-за 5 тысяч столько ходить надо. А какое бы ни было, вот все эти наказания на уровне 5. То есть это смешные какие-то наказания, которые никого ни к чему никак не могут. Поэтому все эти попытки решать трудовые споры в индивидуальном порядке – это дохлый номер. Кроме одного. Ну, когда человека увольняют, ему хочешь не хочешь, так сказать, приходится подавать заявление о восстановлении на работе, об отмене решения об увольнении, и ну, тогда, вот, скажем, это допустимо. И больше другого выхода нет. А так, вот все, что можно решить и чего можно добиться, только в результате совместной коллективной борьбы работников за свои интересы. Как называется организация для совместной коллективной борьбы? Профсоюзы. Работников одной профессии. Почему? Потому что вот если вы токарь и я токарь, у нас вот несмотря на то, что у нас разные взгляды, позиции по всем вопросам, по всем, кроме одного –
И вам надо повысить зарплату, и условия труда мне надо улучшить, у вас тоже такие же условия труда. Поэтому профессиональный союз – это не союз единомышленников, Боже упаси. Это вовсе не партия и не какой-то идейный союз. Это союз для совместной борьбы за улучшение условий труда и его оплаты. Профессиональный союз. Так они и родились. И это теперь право на образование профессиональных союзов называется правом на объединение. То есть работники имеют право на объединение и пользуются. И только тогда, когда они борются коллективно, тогда они монополии работодателей противопоставляют монополию работника. Потому что если вы хотите продавать свою рабочую силу поодиночке, то как всякий, кто поодиночке... Вот семечки сейчас видели, чтобы продавали кто-нибудь? Раньше бабушки продавали семечки. А потом приехали люди на больших машинах и сказали: бабушка, я еще раз увижу, есть внуки? Не будет внуков. И бабушка, все, все. Семечки сейчас покупаете? В пятерочках? В океях? А бабушки на варенье так перевязано, бумажечкой. Где продается? В сетевых магазинах. А где бабушки? Бабушки сидят дома. Не высовывайтесь на рынок, когда у нас монопольная торговля пошла. Не высовывайтесь. Надо понять, что это был капитализм свободной конкуренции. Он закончился. Если мы с вами за свободную конкуренцию, да? Вы за свободную конкуренцию? И я за свободную. Или вы меня свободно побьете, или я вас свободно побью. Если у нас конкуренция. А в чем смысл конкуренции? Это соревнование, дескать, вы и я, мы соревнуемся, кто быстрее, кто лучше для всех. Но если конкуренция, то или я вас съем, или вы меня съедите. Ну, если вы меня съедите, так что это больше дальше будете делать? Ну, ясное дело, вы для чего меня съели? Чтобы цены повысить. Но если я вас съем, я сделаю то же самое. Поэтому мы как бы на равных, уважаем друг друга. Поэтому, когда начинается стонать у нас сейчас, вот, давайте поддержим мелкий бизнес. Нет, что-то не понимаю. Если крупный бизнес побивает мелкий, значит, крупный эффективнее. Собственно, и известно из теории, что крупный позволяет научно-технический прогресс применить. Скажем, сетевой магазин может привезти сейчас груши в феврале из Аргентины, свежие. А я там какие-то яблоки, которые у меня лежали 3 месяца, привезу на своих жулях и буду продавать. Кто у меня будет покупать? Это все понятно. Потом у них научно-технический прогресс, а у меня это в ларьке ведро, туалета нет. Че, какой технический прогресс? О чем речь? И вот бешеные деньги выкидывают государство все время на эту вот реализацию этой глупой идеи, что надо помочь мелкому бизнесу. Так вы же за конкуренцию. Ну кто побеждает в конкуренции, сильные или слабые? Надо поддержать слабого. С какой стати надо поддерживать слабого, если у нас конкуренция? То есть тот, кто за конкуренцию, тот, естественно, переходит к чему? Монополии. Поэтому монополия – это не некая альтернатива конкуренции, а это закономерное следствие. Когда я первый раз изучал эти вопросы, нам рассказывали, что были на Енисее вот пароходчики. Один другим конкурировал и понижал цену, и там народ перебегал в 2 корабля. А что я поеду на таком, который дороже, я поеду на таком же, который дешевле. А тот вел тоже стал понижать. Туда перебежали народ туда. Эти пустые ходят или стоят. Все деньги туда. И вот так они все понижали. А потом один взял и стал бесплатно водить. Ну, думает, все, я побил того. А тот подумал и стал бесплатно водить и бублик давать. И вот тот, который бесплатно возил, а бублик не давал, прогорел. Ну, потому что разницы-то нет. Неравные капиталы были. И вот тогда уже, когда тот прогорел, тот по дешевке, естественно, купил 2-й корабль, и уже появилась монополия, и стали возить. И что с ценой? С тарифами. И все он эти денежки окупил, которые потратил на все эти удешевления. То есть монополия – это естественный шаг в развитии капитализма свободной конкуренции. И капитализм свободной конкуренции заменяется монополистическим капитализму, а потом государственным монополистическим капитализмом. Вот на практике наши руководители хозяйственные, я имею в виду и президента, и премьера, и руководство, так сказать, в целом страны, на практике они это ощущают, понимают и делают необходимые шаги. Например, ясное дело, они понимают, что если у вас нужно, так сказать, обеспечить производство военных самолетов, то надо иметь самолетостроительную корпорацию. Потому что это в гараже
где-то с помощью подручных средств самолет не построите. Нужно иметь соответствующие институты, нужно иметь аэродинамические, так сказать, трубы для того, чтобы проверять, так сказать, насколько планер, так сказать, годится для того, чтобы это преодолевать соответствующее сопротивление и так далее. То есть это колоссальный объем оборудования, исследований и практической работы. И, скажем, вот новый самолет, который у нас называется ПАК-ФА, да, пятого поколения истребитель, который должен быть лучшим в мире, вот он постепенно вот дорабатывается и вот скоро поступит. Ну, поштучно пока. Но это колоссальная задача. А сколько... И вот этим занимается самолетостроительная корпорация, а не какая-нибудь там фирма «Рога и копыта». Или... И эта самолетостроительная корпорация создана в порядке исключения. Дескать, вот мы за конкуренцию, но вот тут нужна корпорация, тут ничего не поделаешь. Хорошо, а корабли? Подводную лодку сколько делать надо лет? Вот у меня были слушатели из конструкторского бюро «Малахит», которые мне рассказывали, как они делают и сколько делают, и сколько у нее там этих корпусов. Там же два корпуса, да еще резиновый сверху. 10 лет минимум строится подводная лодка. Но некоторые наивные люди думают, что я вот взял на свой страх и риск, сделал подводную лодку, пошел к метро Василеостровская. Купите лодку, доедете до Багамских островов. Безопасно. 11 боеголовок с атомным оружием. Никто не будет к вам приставать. Никакие эти самые пираты, даже никто к вам будет не подходить. И страны будут вас очень уважать, и все приветствуют. Потому что как и не приветствовать-то? Попробуй не поприветствуй. Я постоял, целый день стоял, никто не берет. Я унес обратно, пойду завтра к метро Площадь Восстания. Так что ли надо понять? Это смех просто. Это когда люди начинают современную экономику монополизированную везде. Ну, в той же Африке монополии же там царят. Вы что думаете, там такие бедные у них эбола от того, что они такие вот неумехи, или у них все забрали? Ну, все забрали, иностранные монополии. Ничего там у них нет, они бедные, несчастные, и поэтому и болеют. А известно, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Вот видите, вы это знаете уже. И мне даже не надо на этом останавливаться. Кораблестроительная корпорация есть, вот Адмиралтейский завод туда входит. Сейчас штампуют какие? Дизельные подводные лодки. Вот Новороссийск первой серии будет, он войдет. А еще шестерка должна быть подводных лодок, здесь вот сделанных у нас на Адмиралтейском заводе, которые... вольется в Черноморский флот, который базируется в Крыму. А то, что там было, вот то, что считалось, так сказать, флотом Украины, все это, так сказать, начали отправлять на Украину, чтобы они сдали куда-нибудь металлолом, потому что нам такое не надо. Но поскольку они начали использовать для борьбы с ополченцами, прекратили эту поставку им этого барахла металлического. И это касается и других вещей. Космическая корпорация. Там примерно 1,8 миллиона человек задействовано в космической корпорации, которые выпускают постоянные спутники, и которые в этом году по количеству ядерных боеголовок вышло на американский уровень. Вот у нас сейчас паритет полный. Чуть-чуть меньше по носителям и на одну головку ядерную больше, чем у США. В соответствии с договоренностью, которая была, они понижают свой потолок, мы повышаем, но мы никак все, мы имели право повышать, но никак вот не хватало. Не хватало, потому что это надо было работу провести. Ну, ясно, это космическая корпорация делает. Да. Они не обманывают, может, они больше всех. Обманывают. Все, всех обманывают. Но дело в том, что это очень легко обнаружить, потому что нынешние средства разведки таковы, что вот вы идете, и если у вас, так сказать, полковничья погода, то видно, что вы полковник, а если лейтенант, так и лейтенант. Можете обманывать, что вы не лейтенант, а полковник, но из космоса видно. Поэтому, когда нам американцы рассказывают, что они не знают, кто сбил этот самый Боинг, то уже потому видно, что они не подали никаких фотоснимков. Ну что думаете, мы подали все свои снимки из космоса, из которых видно, что прилетал самолет, из которого сбивался этот Боинг. А американцы говорят, мы, у нас ничего нет. Мы в интернете нашли там какие-то материалы. И такое сейчас, видите, молчание. Вчера сообщили, что в немецкой газете «Правда Германии»
фотография есть того, кто сбивал летчика, так сказать, красным введено. Ну и, так сказать, это уже там известно, а эти все молчат, как воды в рот набрали. И никто же не едет на место. Почему не едут? А зачем ехать? Если я знаю, что я сбил, зачем я туда поеду? Скажите, пожалуйста. Зачем я поеду в эту Украину туда, ковыряться в этих остатках, тем более в трупах? Кто трупы-то эти собирал? Ополченцы. А этими тоже не поехали. Ни голландцы, ни малазийцы. Они все время сидели там, их кормили украинцы в Киеве. Никто не поехал на место. Только ОБСЕ эти ходили, говорят, ну мы вообще-то тут вот ходим, смотрим, что все хорошо. Но это не наше дело. ОБСЕ там ходили люди. Так никто и не приехал до сих пор. Такое следствие бывает. Но это, так сказать, насчет того, как обманывают. Обманывают-то обманывают, но мы же можем увидеть, что обманывают. Короче говоря, вот эти тенденции монополизации, они, естественно, приводят к тому, что инфляция, вот то предложение, которое сделал Кейнс, она сама вырастает из этого, из экономики. Кейнс предложил, что давайте, что вы там воюете со своими работниками на заводе, давайте будем просто вот цены повышать, и будет результат тот же самый. А всем будете объяснять стихийные бедствия, понимаете, говорит, инфляция, мы бы вам и 1410 бы дали, но все равно это вас заберут, давайте дадим лучше 1405. И как это выглядит примерно, как этот мячик разыгрывается на государственном уровне, выглядит это примерно так, что вот в начале года естественные монополии, какие у нас естественные там, «Газпром», «Роснефть», «РЖД», приходят и говорят, вы знаете, все растет, затраты растут, нам нужно на 30-50% повысить цены. Куда они приходят? В Думу. Думаю, мы, народные заступники, ни за что не дадим. Только 30. Тогда те... И тут об этом узнает правительство. Говорит, чего, 30? Да мы, правительство народное, как мы допустим 30? 25. И тут Владимир Владимирович узнает 25. Не-не-не. 10. И не больше. Ну, 10, а дальше пошло наворачиваться. Значит, первые, так сказать, первичные материалы на 10, вторые, значит, каждый накидывает прибыль, и пошло по всей цепочке. И дальше вам объяснят уже в булочной, то на бензин цены выросли, и вот теперь доставать хлеб, доставлять хлеб дороже, и поэтому хлеб дороже. Видите, горит электричество, оно стало дороже, поэтому в университете плата, если тут есть плата, тоже больше стала. А что вы хотите? Хорошо, что было так еще бесплатно, а то сказать, видите, говорит, вы же дышите, сколько вы уже вдохнули. Как вот сейчас еще не додумались до этого, я не знаю. А была вот, книгу, наверное, читали, Беляева, «Продавец воздуха», там. Он заранее уже предусмотрел, возможно, такой вариант. В Японии продают воздух. А? В Японии продают воздух. Уже продают? Не надо. Вот идите на Московский вокзал, там консервированные баночки, найдете, воздух Петербурга продается. Можете взять с собой. Да? Да, вот мне, вот видите, подтверждают. А вы говорите, все обманывают. Вот я не обманул вас. Вот люди подтверждают, знающие. А вы Япония, Япония. В Японии когда приедешь? На Московский вокзал, идите там, в сувенирах. Такая консервная баночка, вот и в Петербурге. Ну, воду-то продают? Ну, хорошо, Кока-Кола какую воду продают? Вы читаете, когда пьете Кока-Колу, что там написано? Нет? Читаю, я для вас читаю, вот все читают. Я вообще должен читать, как грамотный человек, там написано. Очищенная вода, централизованная, источник водоснабжения. Бонаква. Бонаква. Бонаква, вам перевести с какого, на каком языке? Хорошая вода. По-французски. Какое отношение французский имеет к Кока-Коле? Никакого. Но у нас любят же иностранщину покупать. Хорошо, вот вам Бонаква. Так, а есть конкурент этой? Пепси-кола, аква-минерали. А там написано «Очищенная вода муниципального источника водоснабжения». Воду продают. Ну, хорошие бутылки. Бутылки красивые. Я согласен, красивые, хорошие бутылки. Это, говорит, вот официальная вода. Почему официальная? Потому что она из официальных кранов течет. Ниоткуда, не из канавы же налили. Красота. Да. Ну, что-то они еще сделали, потрясли.
Это же растяжимо все. Не просто, не напишешь же просто, это артезианская вода. Скажешь, что же мне дают просто воду? А она подготовленная, а там очищенная. А что такое очищенная? У нас вот через песок проходит очищение нашей воды. Воду нам продают, нам помогли американцы. Так. Короче говоря, вот это вот замечательная затея с точки зрения вот, обеспечения такого, такой борьбы для работодателей, что они ни с кем не вступают в конфликт, просто вот у вас все, а я как работодатель, у вас понижается жизненный уровень, а я повышаю цены ровно настолько, насколько выросли мои затраты. Слава Богу, на затраты на зарплату у меня не возросли. На остальное это растут, и я и повышаю. То есть я ничего не проигрываю. Товаропроизводитель капиталистический от повышения цен не проигрывает нисколько. Наоборот, еще кто первый повысит, тот еще и успеет. Кто успел, тот и съел. Скорее. Вот что получается на практике экономической. Теперь отсюда вывод. Какие требования должны ставить профсоюзы и работники, организованные в профсоюзы, по вопросу о зарплате, но не индексация. Индексацию вы получите, если вы поставите требование, законное и справедливое повышение уровня реального содержания заработной платы. Правильно? Это что значит повышение уровня? Если инфляция 5, ну хоть там 5 с кусочком, да? Если 7, то 7 хоть с каким-нибудь кусочком. Но я думаю, что вы все понимаете, что вот, скажем, можно... Все знают, что такое асимптота? Не все? Вот есть прямая, а вот кривая, которая к ней будет все время все ближе и ближе и ближе приближаться, и никогда до нее не дойдет. Например, если это двойка, вот на двойке стоит черта, а это 1, 1, 2, потом 1, 1, 2, плюс 1, четверть, 1, плюс 1, 2, плюс 1, четверть, плюс 1, восьмая. Понятно, да? Потом плюс 1/16 будет прибавлять. И вот этот ряд этих сумм, он приближается бесконечно к двум. И никогда двум не равен. Поэтому если вы просто будете повышать уровень реального содержания зарплаты, так, у вас 1405, да? Хорошо. Вот будем исчислять. Значит, насколько выросли цены? На 5%? 5,05. Потом 5,05. В следующий раз на 6. 6,03, потом на 7 инфляция, 7,02, и будет повышение, и вы должны быть согласиться, уровня реального содержания заработной платы. Поэтому такие требования пустые. Повысьте уровень реального содержания зарплаты, это, конечно, не пустое требование с точки зрения, что гарантирует индексацию вам. Хоть на копейку, но больше. Потому что иначе нет повышения. Правильно? Ну это, так сказать. Как контролировать? Если у вас инфляция, дают органы статистики, смотрите, насколько выросли ваши доходы. Если доходы выросли на уровень чуть-чуть больше инфляции, значит повышается уровень реального содержания зарплаты. Не выросли? То есть это контролировать каждый месяц, что ли? Каждый квартал. Значит, органы статистики же квартальную статистику дают. Вы можете за деньги получить справочку. Но если вы каждый будет ходить, много потратите, для профсоюза можно сходить и заказать справку себе. Потом органы статистики дают и сообщение. Просто каждый год дает сообщение статистическое наше ведомство. Просто то же самое стипендии пресловутой. У нас проблема не в том, что этого не знают, сколько, а проблема в том, что вообще не ставят правильно задачу. Товарищи работники, о повышении уровня, реальном содержании. Говорит, мы хотим индексации, дайте нам индексацию. Пожалуйста, вам индексацию. И так вот, вот сейчас на этом и топчется. То есть отдельные есть единицы профсоюзные, которые этот уровень перешагнули. Но я вот показываю, что этот, вы его перешагнете, и вы далеко не уйдете. Да. Простите, но ведь даже так превышение инфляции не дает нам повышение реального уровня заработной платы. Превышение дает. Как вы говорили, по всему, а зарплату мы рассматривали ее как удовлетворяющую и достаточно. Да, вот она у вас ее повысит больше, чем она была, больше, чем когда бы то ни было. А потом она сразу начнет понижаться реально. Я немножко другой имею в виду. Ну вот уровень инфляции 5%, при этом продукты питания станет дороже на 30%, а принципу среднему рабочему, не знаю, что там логика, которая на 2% повышили.
Вот и берите, вот и берите сами, проводите обследование, ваш профсоюз, и инфляцию считайте по тем продуктам, которые потребляют ваши работники. А если вы не хотите делать, то тогда включайте туда продажи островов, дворцов, и тогда вы с носом будете. Понятно. То есть вообще, кто вам мешает считать? Считайте. Пожалуйста, это, так сказать, никто у вас право такое не отнимает. Другое дело, что не пользуется этим правом. Или думает, что им кто-то принесет. Но если вы хотите, чтобы ваша зарплата повысилась, у меня хотите, вот то, что я вложил себе в карман, вот, вы хотите у меня ее достать? Ни за что. Не отдам. Вы же должны понимать, как это выглядит. Ну, я ему, вот, понимаешь, отдам ни за что деньги. Вы вот потребуйте правильно, грамотно поставьте вопрос. Может, я вам за грамотность заплачу? А вы даже и грамотно не сформулировали еще. Вот вы могли бы сказать, что вот этот треугольник, который будет в течение года, вот давайте вы заранее мы его, вы оплатите, тогда хотя бы это было. Мы же знаем, что будет вот так. Вы же знаете это? По итогам прошлого года, потому что инфляции меньше не будет. Он сказал, а вдруг будет меньше, а я вам уже отдам деньги. Это же грабеж. Поэтому на самом деле правильной постановкой вопроса является не вопрос просто о повышении уровня, а на какой процент. И вот тут есть разные варианты. Значит, у нас недавно, сравнительно, в прошлом году, была забастовка на заводе «Анталин», на заводе компонентов в Санкт-Петербургском. Забастовщики потребовали, входящие в профсоюз, межрегиональный профсоюз работников автомобилестроения, МПРА, потребовали на 30% повышения сверхинфляции. Инфляцию покрытие плюс 30%. Но они потребовали разового повышения, это недостаток. Ну, разом, один раз бы я бы на месте их работодателя на это пошел бы, пока они до следующий раз соберутся до забастовки. И это можно быстро было. Но они проиграли, тем не менее. Несмотря на поддержку, которая была и в прессе, и в печати, и мы вот «Народную правду» посвятили этому, и этому действию, надо сказать. И было шествие от метро Горьковской до Марсового поля. На Марсовом поле был митинг, там люди выступали, так сказать, поддерживали их. Там была даже... Был такой манекен капиталиста, которого они таскали с собой, там усаживали, и он, так сказать, был объектом критики. Короче говоря, в итоге все равно проиграли. А я хочу сказать о том, кто выиграл. Во-первых, на «Форде» была забастовка, и в коллективный договор включили такой пункт. Покрыть инфляцию плюс 2,5% сверхинфляции. Ну, ясно, что это повышение уровня реального содержания зарплаты, правильно? Покрывать инфляцию, причем покрывать можно сделать помесячно, можно сделать ежеквартально, чтобы не было вот такого. Чтобы каждый квартал вот такое было. Пришли сведения и повысили там. Первые 10 дней начала следующего квартала поднять зарплату. У нас от уровень инфляции плюс 2,5%. Значит, наибольшая величина была у докеров Дальневосточного порта. Уровень инфляции плюс 5%. То есть узнали, какая инфляция, плюс 5% повысили зарплату. В коллективном договоре. Это в коллективный договор действует, и в коллективном договоре может содержаться то, что улучшает положение работников по сравнению с тем, что в законодательстве, и не может содержаться то, что ухудшает положение работников, потому что нельзя ухудшить по сравнению с тем, что установлено законом. Это локальный нормативный закон. Лучше, может, хуже, нет. Вот коллективные договоры иногда делаются так, что люди записывают туда то, что есть в законе. Тогда он вообще не нужен, этот коллективный договор. Это сборник выписок из Трудового кодекса. Ну, для памяти, может, и полезно, так сказать. Все, что нам вот требуется там, и там же еще и про другие категории работников, мы это не будем брать. Давайте то, что про нас, запишем. Это никакой не коллективный договор. В коллективный договор записывается только то, и прежде всего то, что улучшает положение работников по сравнению с тем, что установлено законом. И все хорошие коллективные договора именно так и делаются. Так сказать, договора, которые этому требованию не отвечают, не соответствуют понятию коллективного договора. Хотя работодатель говорит так, ну давайте как в законе запишем. Как в законе. Работники говорят, так в законе написано, что в
коллективном договоре может содержаться больше, чем в законе. Например, если отпуск у вас 30, можно сделать 35. У докера в свое время было 55. У них очень тяжелая работа, и очень много людей уходит на инвалидность. Ну, скажем, вот сейчас у них там высоко механизированная работа, но иногда приезжают вот куры в коробках на корабле. Целый корабль, так сказать, зайдешь в него там, 5 этажей. Забита коробками по 30 килограмм. Все эти куры, конечно, их подают наверх краном. Дальше их перегружают погрузчиками, в том числе и вагоны. Кстати, когда вы в погрузчике въезжаете в вагон, там такой грохот, что люди глохнут от этого, которые на этом работают. А вот что остается докеру, который... Я там один день работал на такой работе, хорошо запомнил. Значит, надо взять эту коробочку и положить на поддон, больше ничего не требуется, который потом кран. Итак, 2400 раз. А 20-30 раз нагнуться очень полезно. А 2400 раз, когда люди нагнутся, и вдобавок это мороженые все куры от дяди Буша, ножки Буша, мороженые, и когда вот здесь все распарено, это кончается профессиональной болезнью, радикулит, которая вот в этих самых докерах развивается. Хотя вроде бы, ну тут, ну как бы тут при машинах все, при механизмах, ну, тут же не какие-то мешки там, как раньше грузили. Нет, это не мешки, это 30 килограмм, что тут, ничего особенного. Страшная вредная вещь. Так вот, у авиадиспетчеров было в коллективном договоре записано, что уровень зарплаты повышается в такой, на такой же процент, на какой вырастает доход, валовой доход госкорпорации по воздушному движению. А валовой доход, когда у нас было снижение грузопотока и пассажиропотока, через нашу территорию огромное количество проходит путей, скажем, из Европы в Азию, и причем они летят, так сказать, достаточно близко к северу, где это очень короткий получается путь. И вот все эти денежки идут в доход госкорпорации по воздушному движению. Вот пока это действовало, зарплата у докеров выросла с 15 тысяч до нынешних от 40 до 250 тысяч. А потом удалось бывшему директору, они его потом прогнали, Горбенко, удалось разбить, так сказать, единую госкорпорацию на отдельные корпорации, на отдельные предприятия, которые в разных регионах. И в Ростове очень активно бороться. Они даже уволили на одно время председателя профсоюзной организации с работы. Но его суд восстановил. И в Ростове тогда авиадиспетчеры эффективно использовали такую форму борьбы за повышение уровня реального содержания зарплаты. Объявляется безразмерное постоянное профсоюзное собрание. Ну вот у нас во сколько конец сейчас? 17.10, да? Да. Вот 17.10 прекращается занятие, начинается профсоюзное собрание. И так на все время, пока не повысят вам стипендию до 5000. Вот мы остаемся здесь, родителям звоните, телефон есть. Мы здесь на профсоюзном собрании. У меня тут занятия будут потом. Вы есть, когда будет, вы выйдете, а потом, когда не будет, снова все разойдете. Журналисты придут, вы им расскажете, вот ждем, когда сидим, просто мы никого не трогаем, ничего не требуем, ждем, когда нам 5000 будут давать стипендию. И так далее. И вот они так и делают. И так ночью, на следующий день, а то есть идут на работу не из дома, а отсюда. Ну, жены с детьми приходят, естественно, сейчас бы нам тоже коллеги что-нибудь принесли перекусить, ну что, пирожка-то не принесут нам. Принесут, оторвут от своих 1405, будет 1400 у них. И принесут пирожок в складчину. Мы тут будем сидеть. Сюда будут и журналисты рваться. Вот сейчас им скучно, журналистов, нечего делать. Все придут, увидят Машу. Маша будет выступать, по телевидению потом покажут. Красота. В общем, короче говоря, домой не идем. Итак, и что вы думаете, прокуратура ростовская обвинила профсоюзные организации в том, что они угрожают безопасности полетов. Говорит, вы ночью не спите, надо спать дома, а из-за этого может свалиться самолет. И как там не сражались в суде, профсоюзники проиграли. И что вы думаете, чем дело закончилось? Тогда профсоюзники решили так.
до 11, до 23 часов, союзное собрание, в 7 утра, чтобы были здесь. Так что сегодня вас отпускаю, 23, чтобы вы представили. А в 7 утра будете здесь и продолжаем. Что, вам не о чем поговорить? Что, вам не о чем почитать? Вам дать такую книгу, которую вам всю жизнь будете читать? «Науку и логику» принесу, Гегель, и у вас вопрос не будет. Исчезнет, чем заниматься, что вы все прочитали. Такой задачи не будет у вас такого вывода, что все прочитали. «Капитал» у вас еще не прочитан, 3 тома. Там 4-й том есть, теория прибавочной стоимости. Есть что почитать. Полное собрание сочинений Ленина, 55 томов. Ну, в общем, будем читать. Потом надо, так сказать, другие источники изучать, конфликтологические. Вот таким образом. И, так сказать, в конечном итоге они вот этого добиваются. Так что вот этот уровень высокий заработной платы, он вышел из понимания того, что заработная плата – это цена рабочей силы. И если работники добиваются ее, они могут добиться. Но тот, кто не добивается, тот не борется за это дело, тот и добивается. Почему я и лекцию назвал «Борьба за повышение уровня реального содержания зарплаты». Во многих местах профсоюзники ставили вопрос о приближении заработной платы к стоимости рабочей силы. Давайте, говорит, на 20 лет сделаем график, и вот на ту цифру, которая здесь записана, выйдем через 20 лет. А так мы вот сейчас наметим. Так. Не, мы не знаем, что завтра будет. У нас такая конкуренция, наш порт лопнет. Все лопнет. Посмотрите, кругом все разгружают, перегружают, опасно. Мы ничего не знаем, ничего не можем и так далее. Невозможно. Вот с нынешними, так сказать, представителями буржуазии, поскольку это все-таки предприятия, или даже не очень мелкие, но они настолько зависят от колебаний рынка, что они еще, кроме всего прочего, боятся с чем-то себя связывать. Не хотят связывать. Поэтому, казалось бы, вроде простая вещь. Хорошо, говорю, ну давайте договоримся, что будет процент тут одинаковый. Это вот школа договор еще, это надо на 3 года он заключается. Так на 3 года и то мало кому удалось. Я всех перечислил, все, что знаю. Больше я не знаю случаев. Как только будет где-то, это мы узнаем. Так что успехов здесь не очень много. Зато есть успехи по другой части. Вы знаете, что сейчас вот без всякой борьбы будет повышен повышен минимальный размер оплаты труда. До 6 тысяч в следующем году, обещают. До 6 тысяч. А прожиточный минимум установлен на уровень 9. Это обеспечивает стабильность. То есть как вот вымирало население, так оно и будет вымирать, поскольку мрут минимальный размер оплаты труда ниже прожиточного минимума. Ну вот ваши стипендии тоже. Я просто удивлен, что вот как вот все уже еще не проходит неделя, опять все сидят здесь. Вот сегодня заходили первые 3, думаю, ну вот все, что осталось. Нет, давай пошли дальше. Какие-то у вас источники все-таки есть, я не знаю, какие. Родители, наверное. Скорее всего. Чего еще за какие? Кто же придумал такую стипендию? Вот в голову, вот если бы люди думали над определением стипендии, я бы дал такое определение. Это сумма денежных средств, которая достаточно для нормального воспроизводства студента, чтобы он самостоятельно, без того, чтобы нагружать свою семью, мог учиться. Ну, так и было. Вот я так учился. Я как-то мне, как бы это кажется, естественно, потому что вот я так и жил. Пока он не получил кандидатскую степень. Вот тогда платить уже перестали, потому что я уже в докторантуре не был, где деньги тоже дают. Давали. Сейчас, наоборот, дают за... А раньше давали в докторантуре. А мой коллега вот из Нижнего Новгорода, он сидел тут, у нас в ВПК было помещение, которое копейки стоило. У него было свое на 1 комната, и деньги платили ему. Как докторант. Но в аспирантуре я уже стипендию получал. 80 рублей. 80 рублей, да. А 120 рублей у директора Кировского завода было. Так что, имейте в виду. Да. Ну вот, собственно говоря, то, что я хотел до вас донести в порядке изложения нашей вот большой проблемы. Борьба за приближение заработной платы к стоимости рабочей силы, которую я обозначил более абстрактно, за повышение уровня реального содержания зарплаты, но мы еще уточнили, что не всякое повышение может устроить вас, потому что можно все время повышать, и никакой уровень не выйти, и все-таки это повышение должно иметь вот такое направление. Что и вообще это экономически обусловлено, как, скажем, если нужно посчитать, сколько платить за электричество, вам быстро рассчитают, электростанцию надо построить,
надо, значит, ремонт туда включить, капитальные вложения, то-то-то-то-то. Так так же и мы считаем на рабочий счет. Когда вы заплатите это и получаете свою прибыль? Нет. Здесь не на раунд. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Жду от вас интересных работ. Интересно.